Запахи улавливает. Все равно рога не видно. Метров 60 до него было. Лес заросший, не видно нифига. Козочка ходит. Козочка, в общем, а он там на поляне. Где она, поляна, не вижу. Он там рогатый ходит. Я-то его, короче, думал, сейчас обойду. А похоже, я его не обойду. У меня сейчас коза спалит и все. И мы тут всех разгоним. Попробую тогда на открытое выйти, там в проушину хоть коза сдалека заснять. Поглядеть, что у него за рога. Меня увидел, вышел на открытой поляне, сейчас стою. В игрушечную пищалку дунем. Потерял козленка. Ладно, мы козла осмотрим. Такие рожки, ничего. До этого смотрел, три отростка там. Ближе уже, скорее всего, он не подпустит. Сейчас тоже свалит. Смотрит и мимо меня. Все. И там еще где-то справа орет. Не вижу, но в общем уже сейчас они между собой будут встречаться тогда. Вот, в общем, другой козел. Сейчас которого только снимал. Он от него сейчас побежал, вот из этого.
Рога высокие. Идет как бы наискосок, но приближается потихоньку. Но напротив меня должен выйти и почуять. Ветер на него как раз повернет. Все почуял меня.
ходят две козочки, по-моему. Прошлогодние, видимо. Маленькие особенно. Вот это вообще малюсенькая. Там где-то идет козел. Вот он. Я рассчитывал тут увидеть этого, как его, с рогами, как у антилопы. Идет другой. Ну, поднимай голову. Не он, вроде бы. Того, мне казалось, два отростка было. Голову повыше поднимет, вроде коротковатый. Да, не те. Другой. Ветер боковой дует. Ну тоже они что такие длинные. Коточки ближе ко мне. Этот дальним краем поляна идет. В какую сторону двинется, фиг знает. Может быть, еще подожду. Времени у меня есть. В запасе с полчасика. Может, и второй сюда выйдет. То ли ветром крутнуло, не знаю, то ли козла они напугались. Сначала одна убежала, коза, потом вторая. Сейчас козел тоже. Мне кажется, он за ними. Вот так вот. Иду тогда дальше. Еще одна у нас есть там впереди поляна. С ожидаемым интересным козлом. Ну вот он, в общем, этот, наверное, козел с рогами, как у антилопы. Ага, он. Эх, не ожидал я его тут. И не видел, короче. Чуть-чуть бы пораньше увидал, и подошел бы. Ветер еще от него дул. Ну, убежал, убежал. Будем все-таки знать, что он где-то здесь. Глухарка тут прикидывается раненой. Ну, где тебя заснять-то? Посиди, не убегай. А птенчики разлетелись, короче. Вот такая красавица. Птенчики разлетелись. Маленькие, блин, как цепушки, а полетели. То ли 8, то ли 7 штук. Два козла движутся. Так, это точно не тот, который мне нужен. Вот этот может быть. Нет, тоже не он. Блин, зря такой круг давал. Поле обходил, думал, тот, которого мне надо, идет. Так, ладно. Дальше движемся. Вот смородина растет. Пахнет вкусно. Вся поедена. И старые. И вот посвежее есть следы. Ягод я тут всегда не вижу. То ли опылять некому, то ли фиг знает. И большинство листьев вот всякой заразы. Такой вот какой-то вот. Вот такой вот тут покрытый. Почти везде в лесах я смородину нахожу.
такой фигней. Но пахнет прям. Мяско, наверное, также отдает родиной маленькой. Козел размером как кролик, наверное, малюсенький какой-то. Слева там две козы стоят, но они, блин, два раза здоровее смотрятся, чем вот этот. Тоже козел поинтересней. То ли тоже уже почуял. Еще где-то один. Нет. Где-то там, но я его не вижу. Ну, тоже две козы, что ли? Где-то козел там за ними гавкает. Вот, может быть. Их там еще две. Четыре. Походу все без рог. Далекой козел, в общем, уже меня услыхал, хоть и ветер от него. По три вроде отросточка. Это врага мощные, хоть и невысокие.